Такая Маша Троекурова и сам Дубровский понравятся любому школьнику. На сцене музыкального театра герои классических романов танцуют и поют. Причем не старинный романс, а вполне современные эстрадные песни. Мюзикл-ревью требует от актера больших умений. И петь, и танцевать, и говорить, и не говорить. И красиво существовать, все будем делать. На этот раз и оркестр – один из участников действия. Он находится не в оркестровой яме, а прямо на сцене. Это благодаря ему известные мелодии звучат по-новому. Однако сам пушкинский сюжет остается прежним. Все та же неприязнь двух помещиков-отцов, переписки влюбленных и расставания. Я по образованию драм-актер, и все время нужно сначала почувствовать такое, в общем. А здесь нужно суметь так ярко, так искрометно играть, чтобы ты заполнил весь зал. Вот, и суметь это накопить просто за 30 секунд, скажем, ты должен успеть сыграть все. Мюзикл-ревью для алтайских зрителей пока новшество. Произведение, написанное российским композитором Кимом Брейдбургом и поэтом-песенником Кареном Кавалеряном, уже показали в Новосибирске, Кемерове, Оренбурге и в других городах. Во всех отношениях спектакль для нас абсолютно новый, и мне кажется, что зрителю должно это полюбиться, поскольку мы большое удовольствие получили от работы с этим материалом, и с удовольствием, вот, мне кажется, входим в новый сезон такой яркой, красивой премьерой. К слову, для режиссера это и крайняя работа на алтайской сцене. Впереди новые спектакли, но уже в пермском ТЮЗе. А вот премьерный показ Дубровского состоится через несколько дней, 9 сентября. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.